А вот и карьер. Вход к нему, кстати, загорожен. Тут есть шлагбаум, даже будка охраны, стоит экскаватор. И дачные такие дома в разной степени готовности. Я смотрю, тут люди отдыхают, вот, загорают около этого карьера. Но сам карьер, я смотрю, начал зарастать. К нему ведет такая тропа. Но тропа уже вот местами нехороша. В прошлый раз я тут купалась, и тут было прикольное песчаное дно, и вода клевая была. А сейчас это вот просто такой вот карьер с голубой водой. Но я смотрю, людей тут даже больше, чем в прошлый раз, потому что, видимо, в прошлый раз было будни, а в этот раз выходные, и люди приехали на дачу. И вот я смотрю, тут дома, колодцы такие дачные, облепиха растет. Облепиха очень хорошо растет у нас в нашей полосе, добавляя нашей полосе какой-то такой южный колорит. С вами Марина Морлок, и я иду купаться на карьер. Это я вам сообщаю, чтобы вы знали, где меня искать. Вот. Не хотела я идти на людные места, потому что мне вещи надо свои оставлять, там рюкзачок, все такое. Вот. На людных местах мне не хотелось тусоваться, я поэтому иду на такие малолюдные места, но тут вот такой есть нюанс, тут вот непонятно, где тут переодеваться, тут никаких ни переодевалок, ничего такого нет. По дороге меня успел все-таки цапнуть за ногу комар, вот, комар своего не упустил и ужалил. Но я смотрю, тут даже на лодках плавают люди, хотя карьер такой, он небольшой. Но вода тут в прошлый раз, во всяком случае, когда я тут была, вода была чистая, но тут дачники оставляют кучу мусора, отдыхающие. Вот. Хотя, скорее всего, тут люди все местные, потому что, ну, не местным сюда ездить очень далеко и как бы не досуг, так сказать. Вот. Такие дела. Ладно, пойду я купаться, но я особо снимать в воде не буду. Я знаю, что вы любите мои видео из купания, но... Мне за это не платят. Это раз. Два. Я не хочу как бы испытывать терпение других людей, которые тоже хотят отдохнуть. Так что, ребят, пойду-ка я поплаваю. Вон на той стороне дядьки в трусах тусуются. В принципе, может быть, мне надо было на ту сторону пойти. Там вообще мало людей, но зато там много водорослей. Вот. Я так думаю, что лучше, наверное, на этой стороне отдохнуть. Вот. Такие дела. С вами была Марина Морлок. Иду купаться на карьер, и такое жаркое сентябрьское солнце и ясное сентябрьское небо, аномальная жара 8 сентября.